чем символизм? Того, что люди, люди погибли от людей. Люди задавили людей. Это важный вопрос. Мой сын немножко говорил об этом. Это говорит, то есть, я не хочу об этом говорить. Это вопрос правильный. Я вам скажу, что говорил мой сын. Мой сын Талмид Хохем, а не просто того. Мой сын Шив преподает. Он говорит, это намек нам, что мы еще, может быть, не до конца исправили грех учеников Раби Акива, что недостаточно ведемся уважительно друг к другу. Не то, что эти люди там, которые погибли, они в этом согрешили. Это намек нам, что надо исправить отношения между людьми. Касается всех нас. Я вам скажу, я уже говорил там несколько раз, конечно, события и в Мироне, и в Карлоне. Это некоторая лакмусская бумажка, насколько мы хорошие евреи. Если нам болит боль другого еврея, то мы в порядке. И нашим дальше болел. Если не очень болит, надо исправляться. Поэтому тот факт, вообще, это была удивительная вещь в Израиле, кроме отдельных выродков, не хочу их называть. Весь народ Израиля, включая религиозных, нерелигиозных, отнесся к этой трагедии. Не знаю, что происходит сейчас с Карлин, не в курсе, но кто сказал с Мирона, с большой болью. То есть такое место в Тель-Авиве, называется Кикар Рабин. Раньше это был Ибн Гвиролес, я помню. Там были очереди доноров крови. Это не религиозное место. Это очень важная вещь. Что нам необходимо вернуть единство нашего народа. И когда одному болит боль другого, это и есть истинное единство. И дай Бог, что мы этого достоились. Всего хорошего. Больше ничего сказать не могу.